На поезда? Да. Ну пошли смотреть. Какие их будем сегодня смотреть? Опа. Да. Вон сколько поездов грузовых. Ну пошли посмотрим, что там. Смотри, Елисей, угля наложили. Смотри, целый состав полный. Видишь? Вон он поезд. Сейчас его увидим. Прямо под нами будет проходить. Маши. Да, вон он едет. Сейчас прям под нами проедет. Глянь, у него фары, прожектор включены, да? Без вагонов, просто локомотив. Да? О, какой здоровый. Посигналил. Бежим смотреть снегоуборочные. Целые вагоны угля. Один состав и второй. Идем. Ну, пойдем. Туннель, да? Решили мы не идти в туннель. Поезд тут поехал. Сейчас посмотрим, как он стрелку будет проходить. Вот эту, да? Посмотрим. Елисей, это тоже тепловоз, да? Такой же, тоже красный, как мы видели первый. Ну, медленно едет, да? Глянь, у него дым из трубы идет. Почему идет дым, Елисей? Дизель, да, мотор работает, топливо сгорает. Поехал. Еле-еле, вон из трубы валит. Разгоняется, да, все быстрее и быстрее. А верх вон весь закопчен, немытый. Вот бы груженый нам сегодня увидеть, да, Елисей? Уехал туда? Да. Ага, мы пропустили, по туннелю ходили, да? Да. Ага, там, смотри, цистерны стоят, смотри, как много. Тоже, наверное, груженый, раз состав груженый полностью стоит. А да? Сегодня здесь ничего интересного, да? А вон там поезда, которые обслуживают железную дорогу. Да? Но их не видно и не рассмотреть. О! Еще один, класс. А это с вагонами? Без вагонов. Ну-ка, смотри, на стрелке, куда он поехал? Туда, пошли туда. Елисей, это тот же, он там развернулся, видишь, на стрелке. И поехал. Наверное, тоже составы формируют. О, глянь, птиц сколько. Весна, прилетели. Ого! Вот это да! Стая, грачи прилетели. И поезд. Помахал? Тоже весь вон грязный какой, да? Вот это птиц сколько прилетело. Нажимайте новый колокольчик. О, глянь, смотри тут. На какой колокольчик, Елисей? На лайки? Или уведомления? Все, пока, ребята. Сегодня здесь неинтересно, да? Поезда не формируют, составы не ставят. Грузовой поезд мы пропустили. Увидимся в следующих выпусках.